Сегодня глава республики провел ряд рабочих встреч. Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения Михаил Игнатьев обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой. Глава республики выразил признательность Роспотребнадзору и его управлению по Чувашской республике за эффективное сотрудничество в решении важных проблем. Ну, предписание, то, что выписывают, я всегда солидарен, потому что это дает нам соответствующие импульсы, чтобы мы бдительность не теряли, должностные лица органов власти, предприятий, учреждений, всех форм собственности, чтобы они делали правильные выводы и дальше исправляли ситуацию. В ходе встречи было отмечено, что сегодня особое внимание необходимо уделить качеству продуктов питания и обеспечению полноценным рационом детей. Руководитель Роспотребнадзора отметил успехи, достигнутые в регионе по целому ряду направлений. Это и результаты по демографическим показателям, это результаты по профилактике и противодействию развитию инфекционных заболеваний, это очень хорошие результаты по организации пребывания детей в организованных коллективах, в детских садах, в школах, по организации питания в детских садах и школах, по, безусловно, стремительно улучшающемуся качеству питьевой воды, подаваемому потребителю, и очень хорошему состоянию атмосферного воздуха. Это, безусловно, нельзя не отметить на территории Республики Чувашия.